Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Game и добро пожаловать на прохождение Dead Island. Продолжаем безумное. О, господи, это мой. Так, ну что вы нам хотите сказать? Синамай. Ну что, готовы к очередной вылазке? Надо, чтобы вы нашли спасательную станцию и выяснили, как там дела. Сможете? Конечно, расплюнуть. Так, добраться... Что у них в силе? Листки в крови. Добраться до спасательной башни, уничтожить всю нежить в этом районе, сложить сложность сложно. Ага, награда 600, оп. Оп, да. Это типа опыт, да? Идите по берегу. Идите по берегу, это кратчайший путь. Мы подойдем сразу, как узнаем, что там безопасно. Там должна быть рация. Подайте нам сигнал, и мы сразу выдвинемся. Разберемся. Хорошо, ну пойдемте. Так, давайте, наверное, сразу все оружие будем прихватывать, которое у нас есть. Угу. Так, ну каблуками-то, наверное, больно будет толкать, да, кого-то. Она вот так будет, хопа, ногой и каблуком в глаз. И все. Так, мужчина, вы мне подскажете, где библиотека? Где библиотека? Я... А ты чё? Вот это тормоз. Я же нажал правую кнопку мыши. Вот. Поджопники тебе. Ты чё здесь шумишь? Там один зомби спрятался, а другой его этот. А другой ищет его. У них тут развлекалка идет у зомби. Кошелек. Угу. Так. Давайте еще посмотрим, что тут у нас. Аптечки всякие и энергетики. Какие богатые эти раздевалки, знаете. Везде деньги лежат. Так, а это что у нас такое? Может, тут найдется что-то полезное? Молоток, аля ты посмотри. У меня, кстати, такой же дома есть. Прям точь-в-точь. Фига себе. А вы раньше этого не могли сказать, пнуть? Когда я только начинал играть. Что, что, отсосите, он говорит? О боже, дай мне сил. Так, стой, стой. О, господи, спаси и помилуй! Сукин так. Сын! Отойди от машины! О, господи, спаси и помилуй! Мужчина, вы что, выходите? Ты безопасно. Ох, дьявол! Господи Иисус! Кабы вы не проходили мимо! Хотите пойти со мной? Я складываю все, что удастся найти в киоске проката спортинвентаря. Ага. Может, вы найдете себе что-нибудь полезное? Конечно, найду. Так, надо все оружие подбирать. Он же не выкидывает, да, лишнее? Нет. Так, это первый торговец в нашей жизни, да, получается? Там и столик есть. Сможете отремонтировать оружие. Так, энергетически не надо. Пока не будем все прям до талого. Пить, потому что мы артефакт. Это что это такое? Берите, что хотите. Гвозди, вода. Мне нужно передохнуть. Так, а где у нас отдохну, ремонтный? И пойду искать жену. What do we have here? Я ничего не знаю. Так. Так, это на улицу, ну и все, да.
Ага. Так, урон 42 плюс. Ага, смотрите, 42 и плюс 2. Это у нас что? Починка. Починка сколько, интересно, стоит? Починка стоит $100. $100? Нифига себе. А у нас сколько? А у нас 800. Ну, давайте. А мы его проапгрейдить никак не можем. Модернизировать, посмотрите, вот. За 23, да ну давайте, 6 копейки, $23. За 38, вот это же копейки. За 72, ну это же копейки. Не можем, ну ладно. Ну зато мы теперь, видите, можем улучшенное оружие. Ну, заточенное оружие. Так, а создать? Кто создал тебя такую? Нет, нельзя? Нет. Ну давай, остановись-то, как говорится, бэйби. Подожди, блин, мы заточку нашли. Заточка. Так, интер. Все, у нас две заточки есть теперь. Мы опасные люди, ребят, с вами, леди. Хопа. Ну, подходи. По одному. Так, тут заточка. О, май гад! Что ты так стонешь? Кто это кричал только что? О, вот этих я не люблю, блин, которые орут так. Вот реально, меня так пугают вот эти. Ну, сейчас хотя бы не так сильно пугает, но в 2017 году, блин, я так их боялся. Вот которые на тебя бегут, орут. У меня такая паника. Что делать? Кстати, смотрите, как прикольно. Быстро-ка и валим мы всех. Блин, сзади там еще кто-то. Где ты? Всех завалили мы. Что, 32? Надо смотреть, кстати. Не, шоколадку мы не будем брать. Жалко, он с собой, знаете, шоколадки еще не берет. Было бы прикольно, что он еще бы с собой берет, и мы потом могли бы. Так, что за черепки? Что это какие-то мастера? Это какие-то мини-боссы? Ёпту, а ты чё вскочил? Ты чё конченый, испугал меня? Вскочил резко так, побежал. Так, энергетик пока оставим. Ага. Так, одного мы... И чё? Кстати, зомби какие опасные. Ещё тоже с ножами, смотрите. Или чё он там? Самодельный нож. Ага. Подожди. Давай мы, наверное, с вами, знаете что? Возьмём метла, да? Вот так вот сделаем. Рубкая. Так, ну, так. 29, 29, 25. Вместо алкоголя вот так. И заменим просто мы. Кстати, еще и кидать можем уже в них.
Отлично. Господи ты мой. Я просто знаю, сейчас тут выйдет дядька один. Это из воспоминаний моих. Мы его, кстати, называли Салимку. У меня сосед был Салимкой, друг наш. Я не знаю, мы его называли. О, Салимка идет, царь, здоровяк. Он просто тоже здоровый, Салимка. Сосед наш. Турок. Блин, тут прививка, конечно, плохая получится. В темноте он стоял там. Давай, чувак, знаешь, я вот так сделаю, наверное. Возьму. Так, подожди. Слушай, подожди, а у нас остался он нож? Вот мы кинули, мы, кстати, взрывом. А, нет, да, остался, смотрите, все нормально. Кого тут кушал? Земля в иллюминаторе. Земля в иллюминаторе. Внимание всем станциям! Ага, слышите? Кто-то посадку экстренную сделал еще. Так. Так, давайте починим мы. Самодельный нож починим. Вот эти я не буду чинить, я чисто вот эти буду, знаете... Я, правда, все деньги трачу на апгрейд. И получается у нас три ножа, да? Раз. Так, надо ту дубинку заменить. Хотя дубинку можем сейчас пофигарить. Сидит такой. Ты что, мать, успокойся. Ну что, дверь мне запили? Все. Что за звук? А, это от вентилятора, кошмар, такой звук. Так, хпшка у нас полная. Так, где тут чё? Пускай устанавливается пока у нас. Так, слушай, а мы куда? Мы должны наверх подняться. Может, тут что-то есть? Все двигатели отказали. Земля, вы меня слышите? Совершаем аварийную посадку к северу от города в джунглях. Внимание всем станциям. О. О, господи, ты мой. Кстати, да, вообще зачетно мы владеем мастерством. Ну тут и предсказуемо, что ты встанешь, чувак. Так, это шоколадки, мы их не будем брать. Ага. Замечательно, новая база для наших.
союзничков, наших друзей, как сказать. Замечательно, новая база наша. Так, что мы получаем? Молодцы, самодельный секач. Благодаря вам мы спасены. Однако, если помощь скоро не придет, без еды мы долго не протянем. Придется двигать в город. Вы пока можете тут поспрашивать, не нужна ли кому помощь. Угу, давайте. А помощь, смотрите, по мини-карте нужна. Многим при том. Сколько восклицательных знаков. Так, они все внизу, да? Показывает еще вот эта стрелка вниз. Хорошо, кстати. Эти трупы начинают протухать. Чувствуете запах? Чувствую. Нужно сжечь их, прежде чем они начнут привлекать этих тварей. Угу. Сделайте мне одолжение. Попробуйте принести немного бензина с автозаправки неподалеку. Хорошо, давай. Yes! Очень сложно, кстати, там было написано. Попробуйте найти машину. Тогда вы сможете привезти больше бензина. Так, а заправка у нас находится где? На М, да? Вот у нас и карта. Оу, принести бензин. Нифига себе. Очумели летние дожди. Так, слушай, как лучше брать нам, интересно, все сразу задания, сразу, и выполнять их? Иди сюда! У меня есть... Этой малышке нужны новые свечи, иначе она никуда не поедет. А жаль, это же не машина, а чистый ад. Эту крошку не удержит даже батальон этих уродов. Хм. Так, если сможешь достать мне пару нужных деталей с разбившихся машин в округе, и мы сможем заставить ее заработать, ты сможешь брать эту тачку в любой момент, когда заблагорассудится. Хорошо. Договорились? Договорились. Да. Очень легко, отлично, кстати. Отлично. Когда найдешь нужные детали, заходи. Хорошо. Наверное, да. Все-таки разумную стоит у всех сразу задание взять, и потом, ну, в принципе, мы же по карте будем передвигаться, и потом их сразу выполнять. Кто-нибудь поможет мне? Привет! Помнишь меня? Я врач, но без медикаментов толку от меня немного. Угу. Дверь в лазарет заперта с той стороны, а Энн в критическом состоянии. Можешь помочь мне сломать эту чертову дверь? Да, вы не забыли, да, что я девушка? Окей. Okay. Легко. Тут надо Отлично. Было написать очень легко. Тогда давай. Я слышу, там уже зомби. Слушай, а если мы убежали бы, допустим? Они бы напали бы? На NPC бы. Так. Спасибо, дружище. Теперь моя очередь. Конечно. Какой ужас. Здесь ничего нет. Вообще ничего. Надо придумать что-то еще. Ты мне в этом поможешь? Конечно, помогу. Найди любую машину скорой помощи. Там должна быть сумка врача-спасателя. А в ней все, что нам может понадобиться. Кажется, я видел машину у алмазных бунгало. Так, сделаю все, что смогу. Если бы не ты, мы давно бы уже гнили в земле. Или стали бы ходячими трупами. У меня, кстати, очки и текстура неровная почему-то. Говорю тебе, это не мог быть он. Кто Келли не он? Беспокоится, что произошло? Из-за своего мужа Уилла. Но я думаю, что с ним, вероятно, все в порядке. Раз уж вы оказались поблизости, вы не могли бы найти его? Так, поищите мужа Кейтлин. Чё? Консьержа по имени Уильям. Of course. Of course, Его конечно. Зовут Уильям. Он около 180 сантиметров ростом. Темные волосы, не уродина. Он консьерж. Не уродина? У него есть друг по имени Дойл.
Он работает в бунгало бриллиантового квартала. Может быть, он прячется у него? Это знаете, как это... Опишите грабитель, как у вас такой 168 сантиметров, да, черный для лето... Не урод. Надо было идти с Джеймсом. Так, и вам что-то нужно, я да? выбежала в такой спешке, что оставила в отеле свое ожерелье. Оно в шестом бунгало Серебряного сектора. Мне подарил его муж. И оно много для меня значит. Я предлагаю вам награду за него. Вы мне поможете? Конечно, помогу. Тут, блин, превьюшки реально очень сложные делать, потому что этот... Спасибо. Пожалуйста, будьте осторожны. Текстуры, видите, какие страшные тут. Текстурки прям страшные. Ну, или именно лица. Вот если издалека делать снимки, тогда нормально еще. Нельзя было сидеть и ждать. Так, а это наверху. Чувачок. Не цель, чтобы включить фонарь. Да зачем нам включать фонарь? И у тебя давай я тоже сразу возьму. Черт возьми! Эй, я Доминик! Эта сраная Джеки... антенна не добивает за остров. Нужен усилитель сигнала, чтобы прорваться через помехи. Я работал с антенной на соседском маяке. Наверняка там должен быть и усилитель. Мы против этих тварей минуты не выстоим, но ты... достанешь его нам? Обязательно достану, ты шо? Я попытаюсь. Отлично, достань его и скорее тащи сюда. Хорошо. Так, что там у нас по скиллам? У нас одно очко есть? Ну как одно? Так, увеличить урон от заточенного оружия. Паша, это так... 5 повышает прочность заточен. Во, да, вот это нужно нам повышать прочность. Это очень круто. Кстати, 6 уровень уже апнули. Вот только играем. Считай, немножко. Чем раньше ты найдешь то, что мне нужно, тем раньше. Все, я понял, денег, только не бить. Стой, подожди. Дай я еще. Чем раньше ты найдешь то, что мне нужно, тем раньше. Подожди. Починю еще. Вот так вот. $500, да? Самодельный секач я прокачаю, наверное. Вот так вот. Сесть за руль этой тачки. И получается у нас 3, да? И вместо коктейля давайте мы, наверное... Вместо коктейля используем обычную, вот такую ржавую трубу. Ну, потому что ее не жалко, мы ее всегда можем найти, с вами будет. Так, что у нас по карте М? А, у нас, кстати, одна, блин, я думал, у нас, знаете, по всей карте будет показано, какие задания рядом находятся, мы будем их выполнять. Нет, смотрите, одно задание за раз показывает, это как бы нехорошо. Слушай, а тут не показывают, сколько метров от нас. Так. Давайте просто заценим, какая ближе. Точка задания. Это далеко. Первые два близко находятся. Угу. Что там, кстати, требуется... Ой, тоже далеко. Где это? Моя прелесть. Достать ожерелье. Угу. Так, стой. Ты чё, чувак? Блин, ты тоже напала?
Мы, кстати, также и кидаться можем ими. Блин, господи, ты... Она вот такая тихая. Дяденька, вы зомби? Так, подожди. Так, давай сагрим обычного для начала. Слушай, а как мы с большим будем драться? Давайте как раз... Слушай, а если зажать? Нет, да? Ой, господи, нифига себе. Так, подожди. А мы вот просто убежим от тебя, толстяк. Вот выкуси. Блин, ты тормозел, а что ты не попал в этот? Подожди. А я что-то не попал. Ты гонишь? Yes! АБХС. Так. Сколько? 29. Тоже 29. Ну, возьмем. Кстати, это уже погнулось, офигеть. Так быстро этот. Секач так быстро у нас. Ты куда зашел? Ты еще тормоз. Ему руку не отрезала. Так, что у нас на столике? Алкоголь. Только зачем ты вместо этого поменяла? На шнырельщика. Помогите мне! Прошу вас! Сейчас. Так. Мне нужна ваша помощь. Я ничего тут не понимаю. Пожалуйста, мой муж, он истекает кровью. Вы нам поможете? Конечно, помогу. Только сначала. Anything will help. Сейчас я им помогу. Подожди. Терпи. Что тут происходит? Я I don't know.
Подойдите, я Роджер, братва. А это братва. Моя жена, Джесс. Мы мчались как безумные. И тут я заметил эту разбившуюся машину. Угу. Надо было проезжать мимо. Но я не смог. Не смог бы проехать и потом спать спокойно. Мы остановились, чтобы посмотреть. Ну теперь сможешь зато спать спокойно, да? Водитель был в шоке или что-то вроде. Потому что он бросился на нас, как сумасшедший. Мне пришлось убить его. Но это была самооборона. Я защищался. Защищался. Ну ладно, вы должны мне поверить. Но знаете что? Он укусил меня, блин. Вот говно. Кажется, у меня началось то же самое, что у него. Бешенство? Черт его знает. Херня какая-то. Вы можете забрать Джесс отсюда? Если я перестану себя контролировать, то не хочу, хочу, бля. Если я перестану себя контролировать, то не хочу, по крайней мере, навредить ей. Кстати, прикольная звучка. Yes! Он даже, видите, спасибо. Помешательство, как некоторые. Там должен быть мой брат Джеймс. Он о ней позаботится. Хорошо. Бинты. Так, подожди. Угу, дальше что? Садись, красотка. 200 метров. Так, мы отсюда, кстати, на карту можем переходить. Где ты? До маяка, да? Ну и давайте доедем до маяка. Кстати, тут птички страшные вот эти. Я каждый раз слышал, когда они тут кричали, типа. Ничего не видно. О, другое дело. Ой. Ну теперь зато у нас машина хотя бы есть. Ну да. Ты что, не знал об этом? Спасибо. Вы поможете моему мужу. Improving. Конечно, помогу. Ребят, давайте, наверное, на этом с вами перерывчик сделаем, а завтра продолжим с этого самого момента. Не болеть, не чихать. Всем хорошего настроения. Не обязательно подписывайтесь. Кто еще не подписан и впервые на канале, прожимайте ваши царские лайки и пишите знатные веселые комментарии. С вами был Лайков Гейм. Всем пока.